выставочном зале музея ИЗО прошла презентация оренбургского пухового платка, который был удостоен большой серебряной медали, которую он заработал на всемирной выставке в Брюсселе еще в 1958 году. Это произошло случайно, как, наверное, все наши такие приобретения, старые платки, пришли к нам вот сами, можно сказать. Пришла преподавательница иностранного языка Лариса Леонидовна Колодынская и сказала, что у нее есть платок, который когда-то мама приобрела в 58 году с брюссельской выставки. Ну, платки наши были выставлены на брюссельской выставке, но потом, естественно, после окончания выставки они все вернулись в Советский Союз. Вот, и в Москве она была в командировке. И купила этот платок, купила его за 500 рублей, это тогда была очень высокая цена, потому что средняя зарплата была там 300 там, рублей, а платок стоил 500. Ну, у нас долгое время не было возможности приобрести этот платок, а вот в этом году нашелся человек, это Андрей Александрович Сорокин, генеральный директор музея Виктора Степановича Черномырдина, который сделал вот такое доброе дело и приобрел в нашу коллекцию этот платок. И сегодня мы будем с вами свидетелями того, как этот платок будет передан нам в коллекцию. Он абсолютно не нуждается в реставрации, потому что этот платок купили, но его не носили. Он хранился как реликвия в семье. Вот. Он абсолютно вот новый. И интересно то, что в коробочке, в которую он был упакован, там лежал кокон тутового шелкопряда, для того, чтобы, как доказательство того, что шелк, который использовался в изготовлении платка, был натуральным. Ну, про стоимость мне не хотелось бы говорить, сколько он стоит. В общем-то, это дорогая вещь.